Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. Да, у нас сегодня моменты жизни за November. Выпуск получился очень большим, плотным, поэтому вы можете его смотреть как от начала до конца за раз или посмотреть частями. Потому что мы там такую феерию, такое шоу устроили. Но во всем по порядку. Садись поудобней и погнали смотреть. Моменты жизни. Юля меня сподвигла купить рингтон за 22 рубля, между прочим. Я это видела в ТикТоке, что, оказывается, есть такой ремикс на очень странные дела. Сейчас, uno momento. Короче, вот эту вот мелодию мы поставим. На будильник. Слушаем внимательно. Ну, прикольно же, прикол. Я стреляюсь. А представь после этого я, как Фредерик. У нас по утрам будет просто... Батл! У нас какой-то кинопоиск просто. Кинопоиск и жди. 44 рубля даже тебе жалко, что ли? Но... Меня заставляло бы... Нет, просто нет. А у меня я же с одного будильника встаю. Мне что, придется за двух вставать, что ли? Мне еще вот это нравится. Слушай, это, мне кажется, вот это больше для звонка. Ну да. А та такая, типа, wake up! Давай, покушал макбокс. Как тебе комбо? Я его не доел. Значит, неплохо. Нет, подожди, я съел только один наггет, один хлеб. Мне этого хватило, чтобы понять все. Моменты жизни. Помощь со стороны. Биба тоже ищет. Блин, не знаю. Юль, как думаешь, вот дело очень серьезное. Куда оно могло деться? Пенсель потеряли. Да, смотрели. Даже нам Биба помогала. Биба Юлина нам помогала. Смотри. Вот ищет. Нашла? Нет? Нету, да? Она даже так... Это не важно, мы его нашли, друзья, товарищи. Сейчас нет для слова нервных, у нас немножечко пыль за диваном. Но вот он вот, это он. Смотри, насколько он глубоко закатился, конечно. Да капец, блин, о, абу. Нам пришлось разобрать наш диван, разобрать все вещи, которые там лежали, отодвинуть его, потому что мы сегодня не смогли его нормально отодвинуть. Вот, этот пенсил, я скачала какие-то приложения, чтобы его найти, он его не видит, потому что он разрядился. Ребята, вы рады? Александр? Блин, спасибо, Маша. Спасибо, Машулечке, что она у нас такая рукастая. И Бибочке. Бибочка, спасибо тебе, мы тебя любим. Моменты жизни. Поздравляем Юлю, она выиграла сегодня в покер все деньги, all money, что у нас были. И посмотрите на сокно, которое прогрыз хомяк Александра. Вот, это твой хомяк. Это луна тоже. Твоя была. Ты опекуном ее была. Праздника вкус всегда настоящий. Красивый выход из Пепси. В общем, сторис тайм, дорогие друзья. Мы обожаем всем своим семейством. Кола Zero или Pepsi Max без калорий. Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal, и Coca-Cola Zero. Прям в последнее время вообще подсели. Мне очень нравится вот эта вот газость, я бы так сказала. А как же вот это разъедание? Спасибо большое, оператор. И вот это вкус разъедания, что у меня сейчас зубы все просто излечатся. Захотела пепсу эту. И делаем вчера глоток. И понимаем, это не тот вкус. Она закрыта была, все сидела. Ощущение такое, что она просто взяли ее и разбавили. То есть газ остался, вкуса никакого. Мы вот так вот открываем понюхать. Ничего. Немножко попала в рот. Я решила так не оставлять. Да, на самотек. Написала. Coca-Cola. Говорю, что такое? И они мне прям тут написали. Я им расписала кодировку, срок годности, где покупала, открыто, закрыто или все. И мы, короче, будем сейчас разбираться, почему Coca-Cola такую подставу нам сделала. Взгляд Юли со стороны, что произошло? Это, девочки, они такие, типа, они могут выпить и все. Я обычно, если я куплю, я до конца. Вот если не за этот вечер, то я вот, ну, сегодня уже вечер, я бы уже допила. А тут еще, вот, потому что не хочется. Самый сок, самый смак. Не хочется пить через себя, вот переступаю, что-то вот глотнуть. Хочется, вот приходит. Я расстроена. Гени мне напишут, типа, мы с вами разобрались, типа, все, отсылаем вам ящик колы, что делать будешь? Я
обоссусь от счастья, мне кажется. В сентябре покупала колу так немножко попить, и они уже начали делать новогоднюю эту штуку. Праздник к нам не пришел. Я распишу поминутно. Надо какую-то штуку им отправить. Напиши все. Я напишу все. А что это? Все напишу. Раз Юли ходили мне покупать всякие витаминчики, и у меня энергия просто немерена. Я со всеми буду ругаться. А чё это? Или помогла мне это все красиво оформить, оказывается, им нужно будет отправить на исследование остатки этой колы. Не, ну а чё? А чё? Пусть это самое, ну капец, пить невозможно. Мы эстеты кола зеро, мы понимаем вкус, мы понимаем толк. Это действительно халтура. Да. Наконец-таки, ура, 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 мы, походу, будем делать, наконец-таки, званый ужин. Помните эту легендарную передачу по РЕН-ТВ, где стол кидали, там, вот так вот его прокидывали, танцевали голыми на столе? Длительность 4 дня, 3 блюда, закуска, основной и десерт. Называть блюда вы можете как хотите, так и обзывайте. Я просто уже придумала для десерта название, осталось это десерт придумать и сделать. Развлечения обязательно должны быть. Потом будет голосование. Мы поставим камеру в комнате где-нибудь, наверное, у Саши, потому что у меня слышно будет, как мы оцениваем. И как бы в голосовании нужно ставить оценку и обоснование, почему мы решили поставить именно такую оценку. Я хочу показать весь масштаб нашего мероприятия. Мы готовим... Что ты показываешь корявую двойку? Даже не знаю, что ответить. Готовим баллы оценочные. Машулька уже в полное обмундировании. Мы сейчас переоденемся. И до меня дошло, что у нас же 4 вечера. Соответственно, нужно 4 лука. Я даже не знаю, что надеть. Даже Александр убрался у себя в комнате, чтобы мы выставляли в тет-а-тет зоне. Диалоги тет-а-тет. Оценки не предвзято, реально по факту. Как получилось, так получилось, потому что это званый ужин. Надеюсь, стол ломать мы не будем, и на столе танцевать стриптиз мы не будем. Хотя от Саши ожидать можно все. Каждый сделал бал. Какая у меня шестерка? Я никогда даже шестерку так не писала. Все сделали вклад в наш званый ужин. Что ты ожидаешь? Какое шоу, какой феерия, какие блюда могут быть? Блюда будут очень, я считаю, правильными, но как-то вот красиво как-то. Майонез будет, как думаешь? Будет, конечно, я верю. Я надеюсь, за майонез отдельный балл ставлю. Угу. Я думаю, будет. Можно очень... Можно именно десерт, что это... Майонез? Майонез положить. Вот этот, змейка майонез и две точки. Это закуска, так, ага. Ну, я думаю, что будет очень красиво, эстетично. Может, даже блюдо знаешь, какое будет? Нет, понятия не имею. Алекс, ты что думаешь? Я думаю, что все прекрасно, все эстетично. Надеюсь, сегодня все пройдет аристократично. А я хочу заметить уже салфетки. Красиво собраны. Раз, два, они есть. А я думаю, что что-то будет мясное. Мне кажется, оно что-то по типу запеченного будет. И я понимаю, что вы мои блюда, походу, вообще не отгадаете. Элегантно. Мне кажется, с Машей ассоциируется элегантность. На самом деле, мне очень нравится то, что мы сделали такой вечер. Можно красиво одеться по-летнему. У меня есть такие штанцы. Хочу всем показать. Давай! Добрый вечер, дамы и господа! Сегодня в нашем вечернем мероприятии званый ужин. Первый день у нас Мария. Сегодня она нам презентует свои блюда, в которые входит горячий десерт и закуска. Надеемся, что нас Мария не подведет. Не отравит. И мы тоже себя не подведем. Встречаем Марию! Ля-ля, прятати, три татушки, три тата. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 22 года. Я не очень люблю готовить спорт. Мы сегодня приготовили... А что не работает? Потому что ребят опять заставили. Опять заставили? Ну, сегодня вы узнаете очень много фактов, которые я вообще никогда... Я такого никогда не готовила. Когда он будет? Рассаживайтесь. Алекс, тебя пригласили за стол. Маша, она любимая еда. Ну, потому что я у Даши спросила, типа, а что приготовить? Она говорит, отвори макароны. А это курица, я первый раз в жизни мариновала. Слушай, пахнет пикантно, скажу честно. Очень. Юля, уже попробовала. Реально очень вкусно. И как развлекать гостей, решается... Мы смотрим званый ужин на званом ужине. И в пятницу мы узнаем имя победителя. Мы уже это готовили, на самом деле, и там просто немножко другая начинка. Ну, там то, что Юля любит. Майонез? Конечно. Просто с один балл. Что это? Ну-ка.
Рулетики? Я только выключила. Мне надо было побольше майонеза. Пахнет свежестью. Вот мне нравится. Свежестью. В этом это свежесть. Мне нравится. Я вот, честно, не любитель таких вот закусок, но мне нравится. Мне нравится свежее. Хорошо? Ставлю лайк. Развлечение. Мужской бой. Слушайте, а что не словодил? Я что-то не поняла. Ну, словодил. Если ты в своё развлечение ставишь словодил, я тебе поставлю минус 10 очков. А я монополию поставлю. Я просто люблю словодил, что они меняют? Мы играем в морской бой. Ребята выбирают пару. Юля сказала, что кто будет с кем. Я не хочу быть с Машей и Дашей. Я не так сказала. А с кем? Я сказала, давайте решать, кто с кем. Чур, я не с Дашей и не с Сашей. Саша очень негативный, токсичный, вспыльчивый, а Даша просто давно не играла. Борьба идет в своем разгаре. V8. Это та упаковка конфет, которую ребята мне дарили на день учителя. Я сохранила ее память. Учителя! Я Юлю вытрапошу. Ты видела, какая у нас последняя капка? Я слышала. У нас, короче, по одной оставалось. Либо она, либо я ее. И кто в итоге? Yeah. Игра была веселой, интересной. Мы испытали кучу моря эмоций. Хозяйка выиграла. Хозяйка выиграла. Развлечение было веселое. Мне понравилось. Неудержимое веселье. Да, неудержимое, соглашусь. Время десерта. Это мой самый сложный десерт, не знаю, получился ли у меня вообще. То есть в такой ответственный день ты решила поставить все на ком? Ну все, давай. Давай. Что за десерт? Есть же эти конфетки Рафаэлло, вот я думала, типа, под ответом сделать. У меня не получилось сначала. Я сделала по своему рецепту. Сейчас покажу. Вот это на кону звание лучшего. Офигеть, Маша! Маша, ты их купила. Мы не верим тебе. Откуда кокос? Слушайте, это шок, серьезно. История. Я, короче, сегодня я обошла 4 магазина, чтобы найти кокосовую стружку, нигде не было. Давайте попробуем. А як пахнет-то? А як пахнет, стена. Не хотела сказать тебе, потому что ты не снимаешь себя, но потом я посмотрела на этот кадр, думаю, все должны увидеть это. Так, в целом и в общем ужин мне очень понравился, если оценивать в общем, то вообще топ. Но ребята сказали по критериям, поэтому по этим. Первое у нас было горячее блюдо, оно называлось «Первый раз». Я ему ставлю твердую 7, потому что Мария приготовила мясо впервые, как бы. Мне не хватило майонеза. Она решила его не ставить на стол, но как бы раз хозяйка решила не ставить, поэтому мы... Дальше у нас закуски. Вот закуски мне понравились. Там был майонез, там были крабовые палочки и чеснок. Все, что я люблю. 9. Третье блюдо у нас был десерт. Десерт это, конечно, вообще отвал всего. За десерт я ставлю 10 твердой. Там есть все. Я ем и балдею. Развлечением я ставлю, 8. Пришлось думать. В целом, впечатления очень приятные. Каких драк пока что. Все, я пошла. Сам вечер, я думаю, все-таки устроили, конечно же, гости. Первое блюдо у нас было основным блюдом. Я не знаю, почему она решила сделать с основного блюда, хотя закусочка, закусончик. Курица была хорошей, но гарнир как таковой меня не впечатлил. 8. Закусочка тоже, она уже как бы была, но это фреш, это всегда джуси. Не было каких-то новых вкусовых ощущений. Думаю, также твердая 8. Развлечение меня, честно, порадовало. Я не ожидала, что это будет. Я боялась, что будут какие-то обычные игры настольные. Хоть морской бой тоже считается настольной игрой, но зато она с детства. 9. Последний элемент — десерт. Десерт, честно скажу, порадовал. 10. В принципе, сама атмосфера меня тоже порадовала. Гости под конец прям дали жару. Поэтому, думаю, очень хороший, достойный первый званый ужин. Итак, Марии мы ставим за основное горячее блюдо оценку 6. Так как макароны были не соленые, а курица была суховата. За второе блюдо, за закуску, 7. Было немножечко суховато, не хватало майонеза от Юлиного любимого. А за десерт 8. Там были дешевые вафли из этого перекрестка. За развлечение 9, да. Так как я уничтожил Юлю с ее интеллектом.
Александр загорелся куда-нибудь на выходные съездить, и он сейчас гуглил и нашел горячие туры в Шри-Ланку за 9000 рублей. А у меня нет загранника. А, тебе нужно еще инфу заполнить, чем ты занималась последние 10 лет. Он ничем не занималась. И нужно... вот мы сейчас делаем без загранника. Я училась. Я училась. Прям нужно написать код. Все, каждый месяц он может писать. Я даже не помню, что сегодня с утра было. Вы посмотрите, какой у нас получился стул. Машулик, давай. Ох, шикардятина какая. Кея за 300 рублей. Ну-ка, присядем-ка. Опа! Ну как, нравится? Опасно. Опасно? А опасно. Почему? Это вот Саша своим весом давил. Угу. Образом это делается. Но руки тоже в связке всегда, помним об этом. И после этого, сохраняя это новое расстояние между пальцев, мы доходим до самого края и отпускаем. Бегу с гончарки. Да домой быстрее, скорее, потому что сегодня у нас званый ужин, день второй. Принимает Александр. Ожиданий никаких, но кушать сильно хочется. А что, уже чай? Да, уже чай. Конечно же, оделись по-новому. Я девушка с Гавайев. Я пошутила, что я наркодилер. Малышка любит дилера. У нее бусина. Я подготовила свой пуэр за 400 рублей. Юлечку хочу показать. Юлечка у нас сегодня такая цветастая девчонка лета. На самом деле Александр пока не блещет гостеприимством. Мы прошли, и он ругался. Я хочу сказать, мне кажется, Саша будет феерично все. Я тебя не представила, Саша. Сегодня второй день. Мы в гостях у Александра. Он уже с первых же нот показывает, что он не очень гостеприимный, но нихера себе, это что основное? Покажите, это закуска? Это закуска? Александр, скажите, пожалуйста, в чем сегодня концепция вашего званого ужина? А ложек не было, представляешь? А хлеб зато есть. Зато есть. Кстати, хлеб, да, чашку забыл одну принести. Или даже своя кружка, да? Это гостеприимство. Вернула мою чашку. Как? Как? Very good. Знаешь, что это называется? Есть? Игра в кальмара по-русски. Там что, крабовые палочки? Та-ти-та-ти-та-та-да, моя эта красота. Так, ну салат, быстренько. Ну, паприка прям чуть-чуть. Я знала! Я думала! Да, именно... За куриное удовольствие. Развлекаться на весь подряд. Что это? Как соображали. Блядь, опять думать надо второй вечер подряд. Опять? Там соображайте, типа, там нужно сказать первое, что придет на ум. Время десерта. Десерт. Перекусили. Поиграли. Вау! Вау, это печенье? Ну, это как я этот раз. Какая подача. Ну, презентую, что это там такое. Десерт. Ну, с чем? Чего? Печенька, что ли? Со сладким. Обратите внимание на перелив. Какой срез? Саша сейчас раскрыл секрет. Оказывается, он взял с одного аккаунта все эти десерты, которые шли друг за другом. Я хотя бы сразу ТикТок убрала. Капельку уважения хотя бы надо было. Это танго у вас. Саша поняла танго. Так, сегодня у нас мы были в гостях у Александра. Гостеприимством он как бы особо не блещет. Навыки общения, социализация у него на нуле. Но готовить он умеет, поэтому первое я ему ставлю 7. Не было майонеза. С
сметанно-горчичную заправку, ну вот этот соус. Я вообще don't like it, мне не хватило майонеза, смачного такого прям. Салату я ставлю 10, десерту я ставлю 9. Было очень вкусно, очень так нежно, не приторно, не слишком сладко. Красиво, элегантно, как бы в стиле этого вечера. Развлечением твердая девятка. Раскошелился, купил новую игру. Игра прикольная, классная, быстрая, вот не монополия на 3 часа, но надо думать. Надо реально включать мозги, я это не люблю. Мы уже второй вечер подряд включаем мозги, что-то думаем. У меня выходной. Блин, вот был бы майонез, я бы ему 10 из 10 везде поставила бы. Все, блин, они там веселятся, я тоже хочу. Неплохой салат. Я поставлю здесь салат 9. Дальше было горячее блюдо. Ну, мне не понравилось, что там была горчица, хотя она была вкусная. 8. И за десерт, потому что это было вкусно, но было очень приторно, но там был белый шоколад, поэтому за десерт 9. За развлечение, за то, что Саша купил новую игру, нашу коллекцию, я поставлю 10. Очень смешные чувства у меня появились по этому ужину, потому что вчера он говорил о том, что это будет просто мега-бомба, это будет разрыв, и мы все боялись. Мы боялись, что же он такое фееричное нам приготовил. Не фреш, но пикантно. Это достойная закуска. 9. Дальше. Основное блюдо, честно вам скажу, не особо меня впечатлило. 6. Развлечение меня не особо порадовало, я ожидала большего. Но развлечения, я думаю, что вытянули больше гости своей неадекватностью, поэтому только 4. Десерт меня поразил. Из-за того, что было очень много печенья, я не распробовала все это начинки, только 7. Моменты жизни. Я решила посмотреть наши старые фотографии пленочные. Март 19-й, нет, 20-й год. Да, где-то. Просто последний раз не знаю, тут просто с вами. Маленькая бибочка. Бибочка маленькая. А че звон вымахала какая, а? ОПГ-группировка держит всех на своем районе. Уф! Вот это мы пошли вот в церковь, да? Mm-hmm. У меня вообще пленка июня, это только вот эта церковь. Только эта церковь. Что вы знали, вот церковь, вот я гуляю, прошу. Не знаю, вот я винтека, как я не знаю. Винетка. Не могу винтировать. Это машинку. Саша решил отпраздновать свой день рождения. Как раз в это время была вот эта вся ковидная ситуация. И мы праздновали дома, приехали ребята, друзья наши. И мы не могли нормально насладиться моментом, потому что Саша зудел о том, что нужно шинковать, это его слово дня. И вот он, пожалуйста, шинкует. Тут Биг Мак и шинкует. Мы зашинковали там буквально за, не знаю, за 10 минут. Ты за Шулечка. Машуль, сладкая это... девочка наша. Там мы татарские французы. Мама, татарские французы, да, не дать не взять. Нас любит пить кружки. Это вообще Сашина кружка. Дорого бы. Если сейчас я отвернусь, она начнет пить воду. Мимо. Опа! Ты что делаешь? На этот раз принимаю гостей я, значит, я буду готовить. Должна быть пушка, феерия, бомба, потому что готовлю я обычно вообще не готовлю. Сейчас хожу по магазинам, покупаю разные продукты. Мне кажется, взрослая жизнь, потому что я ищу все по скидке, все по акции. Готовка идет полным ходом, но я думаю, что из всех нас четверых я самое слабое звено, потому что у меня не такой хороший скилл в готовке. Я готовлю те блюда, которые я раньше вообще не готовила. Почему я решила так сделать, я не знаю. Я уже попробовала сделать десерт. Должно было быть тирамису. В итоге это получится типа мороженое тирамису, потому что у меня, как всегда, ничего не получилось. Юлечка, ваши ожидания? Новый год! Ну, я думаю, что Даша сегодня прям вот выложилась на все. Она, мне кажется, еще следующий год, ну, ближайший год не будет готовить больше. Я, наверное, думаю, что она очень заморочилась над десертом почему-то. Мне кажется, первый, второй для нее слишком сложно. Она выбрала что-то полегче, а вот десерт она прям... Думаю, что она заморочилась больше над закуской, чем над остальным, да. Но она долго готовила. Биба. Мне кажется, она готовила дольше нас всех. Развлечение. Как вы думаете, что она приготовила? Лото? Ловодел? Я думаю, что-то с буквами связано. Очередной добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас третий день званого ужина. Сегодня мы в гостях. Мы ожидаем от этого вечера ровным счетом ничего и всего. Мы можем не судиться? Конечно. Спасибо. Падайте. Напросилась. В общем, я решила начать с такого интересного сегодня подхода. Я начну с напитков, как бы аперитивчик такой небольшой. Я знаю плюс-минус ваши любимые напиточки, поэтому... Я вижу лифтом! Сегодня у нас... Говорил свою идею. Первое first start блюдо. Итак, первая закусончичка.
Это наши любимые Russian sandwich. И сразу основное блюдо. Лучший пока. И основное блюдо у нас с вами запеканочка. Моя любимая с детства, но я ни разу не готовила, поэтому за вкус не ручаюсь. Юль, ты в шоке? Дома запеканку никогда никто не готовил. У нас такой сегодня Russian edition, а на десерт будет кисель. Итак, дорогие мои гости, как вы думаете, что мы сегодня с вами будем делать? У вас было предположение, едицы-то у всех одинаковые. Словодел. Я думала, что, ну, поиграть хотя бы здесь, хотя бы раз в год. Один раз в год поиграть в словодел. Но я знаю, я вас ценю, все-таки мои гости. Ага, ценит, она боится, что мы баллы уберем. Конечно. Поэтому сегодня мы будем играть мою любимую игру «Квиз Плиз». Блин. Я опять буду чувствовать себя социально адаптированной и тупой. Смотрите, мы сейчас играем с ребятами, мой любимый квиз плиз, и мы не понимаем, как можно было додуматься, эрудиции, да? Объясни, нет, Саша, реально, почему смотри, так? Смотри, буковка. Вот буковка N, допустим. Вот это да. Вот это D. Я вижу V. Да мне, мне кажется, надо смотреть по-другому. Это эволюция, понимаете? Это эволюция. Ты что, учительница у нас сегодня, Юль? Правильный ответ на третий вопрос. Да! Да, да, да! Я так и думал! Я на обум написала! Я на обум написала! Тихо, тихо! Тихо! Да! Ты молодец! Да! Молодец, Юлечка! Я так и думал, что умнички, это она. Я не знаю, умнички, как ее зовут. Я этот дом знаю наизусть. Они стояли вот здесь, вот разорезали. Что ты мне рассказываешь? Я вот знаю, что это их дом. Белли, как, блядь, она превращалась в вампиршу. Да, да там постоянно, знаю, когда вот... Что думаешь, что это? Я думаю, что-то фееричное. Что-то... Она достает что-то из морозилки. Кефир замороженный. Итак, сегодня у нас... Я хочу чизкейк. Я вам сейчас расскажу, что это такое. Я хотела сделать тирамису. Но у меня не поднялись пены, вот это, белок. И поэтому это мороженое тирамису. Это видишь, да? У него даже есть название. Называется «Первый снег». Там у него кофейные эти должны быть нотки, потому что я пропитывала вот этот вот кофеин. Знаете, в чем дело? В этой, в сковороде маленькой. У меня не было формы, и оно заморозилось не так, как я планировала. Такая, ага, как я его достану? А общее впечатление очень приятное, прям супер по сравнению со вчерашним днем. Даша поразила тем, что каждому подобрала свой напиток, учла все вкусы, все интересы. На первую у нее была запеканка, она поразила, молодец, это прям вообще, это что-то с чем-то. Запеканочки я ставлю твердую семерку, потому что я не очень люблю вот этот расплавленный сыр сверху. На закуску у Даши были шпроты, шпротом я ставлю девяточку. Там было все, что я люблю. Почти все съели, остался один бутерброд, наверное, который я и доем. И на десерт, это вообще шок, перья. На десерт я ставлю Даше твердую 10, это вообще она поразила. Я даже мечтать об этом не могла, даже никаких предположений, мыслей не было, что Даша такое приготовит. Прям твердая десяточка, очень вкусно все, прям последним мы оценим развлечение. Господи, Даша прям вот сегодня вообще молодец. Развлечением я ставлю 8. Мы играли в Квиз Плиз. Я на самом деле эту игру не очень люблю, потому что я чувствую себя всегда тупой, когда мы в нее играем. И общие впечатления от ужина очень приятные. По закуски мы оцениваем оценку, вот в эту оценку. И хлеб немного размяк, поэтому такая оценка. За второе основное блюдо, она нас удивила, ставлю ей вот такую вот оценку. За развлечение я поставлю Даше, ну так как надо было думать, и за десерт Даше в целом все было неплохо. А мне очень понравилась запеканка, я прям в шоке, что Даша такое приготовила. Ставлю десяточку. Дальше закуски у нее были бутерброды, но бутерброды мы постоянно такие готовим, как бы, ну, ничего такого интересного. Но за то, что она старалась, все хорошенько сделала, поджарила хлеб, я поставлю девяточку. И Дашин десерт это просто что-то с чем-то, просто я, это мороженое, поэтому за десерт я поставлю десятку. Из-за развлечения Даши я не очень люблю эту игру. Ну, типа она интересная, но я думаю, мы будем играть в словодел, Даша. Словодел я бы поставила десятку, и спиц я поставлю 7. Моменты жизни. Мы сейчас в зуме. Я учу Юлю пользоваться зумом, потому что сегодня она будет делать что?
Обучение. Обучение. Сама, блядь, обучать. Смотрите, как вы, мама и дядя Федора, я и тут, и там. Ты меня заскамить решила, да? Да. Сегодня просто amazing. История. Мария и я не сговаривались. Решили надеть футболки. Я открываю дверь, и Маша... Сначала даже не поняла, что она орёт, а потом как поняла. Да. Когда мы отдыхали в Абхазии, мы купили футболки Абхазии. У меня карта Абхазии, чтобы как-то выделяться у девочек флаг Абхазии. Вот мы были здесь. Абхазия, она вот такая вот большая, то можете заметить. Прогноз погоды. Давай, абхазский прогноз погоды. Давай ты. А ты красивая, давай расскажи. В районе Сухума у нас сегодня ожидаются дельфины. Абхазский прогноз погоды. Итак, сегодня у нас с вами последний день званого ужина, и на этот раз я объявляю Юлечку, потому что как раз Юлечка сегодня у нас будет принимать гостей. Я учла все предпочтения, но я очень старалась. Я, на самом деле, все блюда, которые я сегодня готовила, я готовила впервые, поэтому если что-то не так, то, ну, блядь, не фартануло, фиаско. Смотри-ка, она решила всех, это, все фишки наших дней, которые мы устроили, собрать все. Даже микрофон все равно не работает. А мы, и что? Вау! Ай, Гарбу! Такая молодежка ты нас! Ни хрена себе! Хорошая! Я только что с мамой разговаривала, говорю, мам, помнишь, мы ходили в ресторан хачапурьери? Говорю, хочу вот такой. Жесть! Ёшкин, мам! Ни хрена себе! Ё-моё! Мою кровь взяла, да? Да. Ну ладно. Игра называется «Бункер». Может, вы про нее слышали, может, нет. Суть игры, точнее, цель игры — попасть в бункер. Юлечка сделала сама сегодня эту игру. Ну, просто я не успела сказать ее вовремя. Потому что все закрыто. Да закрыто, блин. Я на самом деле не знаю. Где ты нашла эту игру, первый раз слышала? Я вчера до 6 утра в ТикТоке сидела, искала игры, развлечения для компании, друзей. Мы с друзья! А я каскадер, я должна пройти в бункер, потому что я умею выполнять разные... Мне кажется, там фрукты в шоколаде. На шпажке. Белый и горький шоколад. Ни хрена. Нифига себе, ты что, сама сделала? Это подобие чизкейка. Это называется «хотелось бы, но нет». Это слишком красиво выглядит. Это самое легкое, что я сделала. Серьезно? Оценивая последний ужин, оцениваем Юлечку. Первое блюдо. Я ставлю оценку. Тесто немного было не таким, какое должно было быть, поэтому я немножко снизил баллы, но было все прекрасно. Второе блюдо-закуску, жульен, я ставлю Юлечке. Развлечение, собственную игру, было очень интересно, весело. Я ставлю, как в первый раз меня выгнали, поэтому я занизил на 1 балл. Оценивая последнее блюдо, десерт, я ставлю... Ужин Юлечки был просто превосходный. Очень все понравилось. Горячее блюдо было мое любимое хачапури. Поэтому за горячее блюдо я, конечно же, поставлю 10. И закуска, так как десерт и горячее блюдо были просто превосходные. Закуска такая, типа, ну, вкусная, но... Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Поэтому за закуску я поставлю 9. Теперь развлечение. Мне кажется, больше карточек, чтобы было более так интересней. Поэтому за развлечение я поставлю 9. Десерт тоже мне очень понравилось. Юля знала, что готовить. Десерт я тоже поставлю 10. Закусочка была жульен, а немножечко он мне показался суховатым, поэтому я ставлю 7 баллов. Основное блюдо тоже меня очень порадовало. Сыры были приятные. Ну и соли. То есть вот чуть-чуть бы соли положить, и было бы шикарно. Я ставлю 7 баллов. Развлечение меня также порадовало. Мы до этого не занимались, не играли в эту игру. Хочу отдельно отметить креативный подход Юли. То, что она нашла эту игру. И так как сейчас все закрыто в Питере, она написала ее от руки. Поэтому могу за это развлечение поставить твердое 6 баллов. Ну и десерт фаворит сегодняшнего вечера. Поэтому твердо, уверенно, 9 баллов. Прям the best of the best. Ужины закончились, сейчас мы отправляем все наши баллы независимому жюри-эксперту. Мало того, что у нас сегодня будет победитель, так мы каждый купили какую-то энную штуку непонятную. И все эти принадлежности мы подарим одному победителю, которого узнаем сейчас благодаря подсчетам баллов. Включила судья наш! Ну чё, давай, мы прям вообще капец как волнуемся. Четвертое место, это 90 баллов.
Обалдеть, мы набрали столько баллов. Это что, последнее место было? Да, это Дарья. Поставил 3 балла? Да, мы потом посмотрим видео, что ты там поставил. Так. Запеканка, не так? Получил 3-е место, всего лишь 5 баллов отделяют 3-е место 4-го. Это 95 баллов, это Саша. Так, погоди, погоди, можно тут паузу, пожалста? Динамрят, если я будем. Я в шоке, какие девочки. Вот да. Понимаете, сейчас остался первый день и последний день. Первый, последний день. Крайние всегда запоминаются, Ярослав. Помним об этом. Первое место 110 баллов. Максимум 120. Ну, я уже смотрю на нее, она в камеру попала. Подожди. Чего? Кто? Что ты хлопаешь? Ну что, 110 баллов Маша, да? Да ладно! Ты молодец, Машуля! А у Юли сколько? Да, осталось Юле, у нее 103 балла. Юль, чуть-чуть не хватило. Я даже не знаю, радоваться или плакать. Почему тебе? Не знаю, я думаю, Юля победит. У нас какой был уговор? Кто выиграет, кто первое место занимает, тот готовит весь год. Поздравляю, Машуля! Ну, спасибо большое, спасибо. Независимо от жюри. Но сейчас мы будем дарить подарки. Мария, я вас поздравляю с этим прекрасным местом. Первым. Нет, ты знаешь, мы просто на первом дне просто раздарили, а потом да, токсичничать да, начали. Да, да. Я вам дарю, да, женские носочки новогодние. И все? Мария, я прям чила, что она выиграет, поэтому я решила приятное с полезным про тебя. Ничего себе! Ты знаешь, она как открыться, будь Маша не одна будет пользоваться этим против, понимаешь? Настоящему победителю мы дарим шампанское. О-о-о! Абрау Дагсау! Джуниор! Покажи! Абрау Джуниор! Это алкогольное детское шампанское. Я думаю, раз у нас есть что приготовить, что выпить, надо еще поесть, как бы. Поэтому мы все угадала, да. Я думаю, что купить? Конечно же, чипсы. Ну, неплохо. Ты сама себе подарила, считай. Пошли, победительница званого ужина. Был очень такой экспириенс прям. А твои ощущения, что дало, что ожидало? Что приобрело? Что отобрало? Брало мои силы и нервы. А еще после Саши мыло посуду. Всем счастья, здоровья, Машуля у нас победительница Ever 2021. Саша, Маша. И мы счастливы. Моменты жизни. И ладно, спокойно сижу, типа, ну четвертый часа, что такое? Это ты занизил! Вот, Александр, я святой человек. Ты святой человек! Юль, у тебя челюсть не отвисла? Твоя! Но сразу всего 5 баллов. Вот этот момент, что ты меня затопил. Я очень рада, что мы вообще это провели. Но Александр такой, это ты! Ну, ты, потому что, знаешь, у вас баллы более-менее схожие. Ну, типа, почти на одном уровне. Надо же, он должен был быть первее хотя бы. Ты думаешь, что ты должен был быть третьим? Четко, понятно. И десятка есть, и девятка есть, и восьмерка есть. Одна семерка. А у меня 7-7-6. 6, за что 6? Твою запеканку на 9 оценил. 9. Я высокие баллы выставляла Юле и Даше. Саша самый низкий выставляла. Вот именно топи ее. Моменты жизни. Юля наконец-таки решила продать свою двухспальную кровать, потому что раньше они были вместе с Машуликом, Машулик переехала ко мне. Потом все время, пока мы тут жили, Юлечка спала одна. Она очень много места занимала, а мне очень нравилась эта кровать, потому что можно все коробки положить вниз. И наконец-таки ура, Юля ее продала за вечер, за час. Вам прикрепляю обалденный скрин продажи, как мы это все красиво расписали. Вот главное подача, мне даже люди написали, как это клево, смешно у вас там написано. Бибочка, ты матерям помогаешь? Это взрослые лего. Ну все. Я думаю, чего он не отходит? А я второй этот не отключила. Машуля! Нет, в зеркало сфоткай. Маш, вытащи руку. Вот Машулик мы купили. Я сверху могу помогать. Где тебя? Вот так вот и живем. Ветер! Помоги вам сказать, что Ветер!
вечерний дом. Купила Юле кровать. О, ты что? Не можем унести. Унести не можем никак вообще. Короче, не можем тащить, представляете, тяжеленная, писец. Кринч или краш? Кринч. С иглы. Ощущения твои? Еще ближе можно и... Мы дождались Маши, она сделала ремни из пояса от пальто. Господи, храни этого человека, я просто восхищаюсь ей. Как вам такой шопер? Шопер? Маша, я горжусь тобой, серьёзно. У меня так позвоночек прохрустел, сейчас вы не представляете. Я не представляю. Ну, наконец-таки, ура! Путем, трудом, потом, кровью, обидой, всем, чем можно. Давай тебе помогу, Юля. Открытие. Опа, Биба, где твое вон, новое логово твое будет? Ну-ка, смотрите, как много мест у Юли появилось. Обалдеть. Он такой, он, мне кажется, он большой, типа он выдержит каркас, да? Дай-ка сяду. А то мы только его несли, все. Нормально. И наш диван тут лежит. Моменты жизни. Выбираем сейчас мне новогодний костюмчик уже. Я говорю, что хочу быть ниф-ниф на нафом. А какая ткань, ты потрогай. Серьезно? Дальше надо брать. Я хочу быть Леди Багом. И парик есть. Парик есть? Да. 2000 стоит. Вообще, Юля мне предлагает быть спидерменом. Мне кажется, Даша начала снимать только потому, что я слышу слово спидермен. Но еще можно быть отпусти и забудь, это же она. Отпусти и забудь, там только брошка выигрывает, тут нет парика. Я хочу быть дедом. Дед инсайдом. Маша, мы в Пиндосе потом уже живем, какой Санта? Девочки смеются, что Джордж снимает шашлык. А я говорю, что он в прошлой жизни был азербайджанином, который держал шашлычный дворик. Не, может, ему еду, знаешь, на этих... Понимаешь, он ходит туда-сюда проверять, ну, не подгорело ли. У него конные забеги с препятствиями. Опа! Пошел, смотри, тягается, борется, борется, а? Внимание получил. Он молится, девочки, Рамазан! Это фотография с его другом. Это мой вес на его. Не, это его первая жена. Как Наташа. Моменты жизни. Дорогие друзья, мы очень любим ходить в Макдональдс. Сейчас у них закончилась акция с этими стаканами. Вы понимали, у меня сейчас телефон даже стоит на стакане из-под мака. У них началась опять сезон вот этой игры Монополии. И мы хотим высчитать, какова вероятность того, что вообще что-то получится. Потому что тут так красиво все написано, сколько-то там тысяч подписок и прочее. Я загуглила, оказывается, в России в день ходит 1.5 миллиона людей. Эта акция идет с 22 ноября по 31 декабря. Это сколько дней? Не, без сколько дней. 31? Да, 30. Того нам нужно 39. 40 дней получается. 40 дней, плохое число. 40 дней умножить на 1.5 миллиона. Так, 60 миллионов. Это 60 миллионов сделали заказ за все время, правильно? А как нам высчитать, какова вероятность, что мы получим квартиру? Сколько квартир? 5. Количество вероятности высчитывается. А вероятность же одна, типа мы один раз можем выиграть. 0,0002 вероятности. Ну, в принципе. Вероятность, что мы выиграем квартиру. Моменты жизни. Но мы на этот бункер. В общем, Александр купил эту игру, которую мы играли за. Потому что где в лаборатории, на 10 лет можно. Но мы на этот даже если бы мы не в лаборатории, химик бы нашел, из чего из говна и крови. А хотя может и на 2, я не знаю точно. Нормально, молодец, давай, давай. Давай. Я говорю, это кулер, ты программистка с красным дипломом. Пришла домой, у них тут какой-то мафич. Она знаешь, чисто не говорит. А машинку убирает. Она говорит, там тебе нужен вот этот процесс? Я думаю, что за процесс? Она ты, так ты решил заскамить ее, господи. Ну это не надо, если зачем ты вот сейчас вот начинаешь? Я купила себе свитер и... Ой, покажи. Покажите именно вот этот кабель, который у вас не попадает. Вот этот, который... Можете скорее, со мной. Моменты жизни. Здесь нужно, да, поменять направление и также продолжать вырезать. Последний срез и ножичком и за крышку так придерживаю, достаю. Вот киндер-сюрприз, а. Она прям лапка налегла и лапка ест, ты представляешь? Вообще рысня.
Добрые девочки, у нас брекфаст с утреца. Кушаем лейс. Икра, между прочим, очень прикольный вкус. Вот нам с девочками понравилось. Вы как завтракаете? Мне не особо понравилось, но иногда можно. Побаловать себя. Иногда охота какой-нибудь гадости. Только посмотрите на эту позу. Уверу с нее. Мне получается, нужно вытянуть настолько, чтобы она прям сильно сдвинулась к центру. Ну, я не хочу, я завтра на работу в такой снегопад. Смотрите, это буран, это снегопад. Да блин, да я не хочу зиму, это что такое? Я пока до работы дойду, до метро, я уже устану. Маш, ну ты же понимаешь, что сейчас выпадет снег и все биты. Ну все бете. Всегда будет снег, он не растает. Он растает весной. Снег растает. В апреле он растает. Если тебе понравился данный видос, то обязательно поставь ему лайк. Также напоминаю, для всех любителей влогового формата у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Тыкай туда и смотри. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Thank you.